И всем привет, ребята, с вами Махрон, это новая серия сериала «Раб девушки-гладиатора». Да, я знаю, что серии «Гладиатора» давно уже не выходили, потому что я там болел и были проблемки. Так что вот, вышла новая серия, и я объясняю, что было в прошлой серии. Потому что я уверен, что вы все забыли уже. Дед сражался, против противника на арене, и походу с ним что-то случилось. И теперь надо, проведать его, потому что все-таки я деда позвал на арену, и мало ли что с ним случилось. Доктор, что тут происходит у вас? Дед? С дедом вообще все нормально. Выйди. В смысле выйди, доктор, это, можно сказать, мой дедос. Вообще-то, я очень волнуюсь за него. Дедос. Все хорошо, дедос. У него среда паролей шизофрения или лечическая эпилепсия. Нахрен, уйди! Ладно, дедос. Походу ему там Вьетнам снится. Успокойся, дедос. Доктор, выходите. Так ладно, а как я могу ему там, не знаю, таблеточки принести, там супчик, не знаю, что-нибудь-то вот такого? Он в коме? А как из этой комы избавиться? Ну, типа, блин, еще. Ну, поможет только одно? А что только одно? Блин, там дедос очень плохо. Так что? Что ему поможет? Блин, Еще бы сказал, тяу-тяу-тяу, вообще дедос там вообще. Сумму проснуться, но ему снится кошмар? Кошмар? Типа кошка и Мар? Марс? Подожди, а почему ему снится Марс, он со мной не делится? Нет? Это небольшие башмаки, это кошмарики. Купец, у меня там кошмарики. Так, блин, еще у меня это заражение на полтела, как вы заметили. Ладно, доктор, мне надо поговорить один, тогда я приду, может, что-то решу. Так, блин, мне надо что-то решить еще со своим заражением, потому что... Как вы поняли, если вы смотрели прошлую серию, то я заразился какой-то болезнью, что ли, после пересадки сердца. Теперь у меня все плохо. Ну ладно, попробую сейчас с дедом поговорить. Доктор, можно все-таки поговорю с дедом? Я знаю, то, что он в отрубе. Все-таки, ладно. Так, дедос? Эй, Гитлер, уйди! Так, блин, он же спит. Доктор, так что, может ему помочь? Блин, вы так и не сказали. Может быть, я что-то прослушал? Блин, что же делать, дедос в отрубе? Доктор, давайте быстрее. Нужно пролезть ему в голову? Блин, может быть, это у меня получится? Все-таки... Так, подожди. Это невозможно! В смысле? Невозможно связать свитер из помидоров. Это нереально. Нет! Ладно, я попробую. Все-таки после пересадки сердца у меня должна быть какая-то способность. Надеюсь, вот дед правду говорит. Ладно, может быть, у меня как-то получится, что ли, к нему в голову пролезть. Так, блин, нет, подождите, надо, наверное, какое-то заклинание прочесть. Акалай картер гаранфанзан тунтур хунтун. Деда, дай мне руку. Деда. Опа. Так, что-то... Получается! Ой, блин! Да! Где я? Подождите! Отстань от меня! Адольф Семенович, отстаньте! Подождите, где я нахожусь? Да что какой-то? Какой-то чебуречек за ним ходит! Из-за тебя мы проиграли! Кого? Так, стоп! Я пока отбегу от этого всего хаоса, мне надо подумать. Так, я что, мог переместиться в его сон? Или у меня уже шиза какая-то? Так, ладно. Надо попробовать найти тут дедка где-то. Я его где-то тут слышал. Так, дедок! Дедок! Отстаньте! Купец, ну кого-то... Адольф, пожалуйста, я пытался уничтожить Россию, но у меня ничего не получилось, да? Дедок! Блин, мы ж фашисты! Иди сюда, я тебе сейчас лицо набью! Ой, блин. Так, как я понял, походу, меня тут видно. Этот сон, походу, как реальность. Отстаньте от меня, я даже песню вашу помню.
Так, походу я понял. Короче, тут надо как-то поймать детка, но не поймать пулю в лицо, потому что если поймаю пулю в лицо, мне будет больно. Так, ладно, давайте попробуем опять найти этого детка. Так, дедок, дедок, дедок! Уйди, малой! Ой, блин, дедок, ты что толкаешься? Беги, беги! Дедок, дедок, так, тихо, тихо. Фух, так, подожди, дай я уши закрою, чтоб не стреляли. О, блин, это кто? Дедок. Это фашисты, да. Бежим! Так, бежим, бежим. Что у меня в руках? Где, блин, что за спиннер? Так, сюда, бежим. Сюда! Фух, дедок. Так, я, подожди, я уши сейчас закрою, чтобы там не стреляли. Ну-ка. Окей. О, блин, чё, блин, он там. Тихо, закрыл, тихо, давай тихо. Я тебе тоже помогу. Так. Ага. Фух, все, походу он убежал. Так, дедок, что вообще тут происходит? За мной гонится Адольф Гитлер, потому что я не смог захватить Россию для того, чтобы мы могли воровать там яблоки. Слушай, у тебя никакого света нету, просто тут слишком темно как-то. Света! Света! Светочка! Да не та Света, не береза твоя, а свет, факел, не знаю, там что-нибудь. А сейчас будет, подождите, я помню, так. Нас учили в армии, чтобы разжигать свет, нужно одну палочку, потом ее тереть до получения точки. Ага, точки. Три. И вот наш факел дедос... из точки. О, и фу, палки. Все хорошо, спасибо. Я его вот так возьму. А, да, это, можете оставить посылку здесь и распишитесь. А я продолжу убегать от Адольфа. Подожди, какую посылку? Нет, дедос, я пришел... А вы не курьер? А, блин, мы же нельзя говорить, что это сон. Слушай, короче, дедос, я тебя пришел спасти из твоей этой войны. Помнишь меня? Вот, внучка твоего. Каково? Ну, который еще это, сантехник. А, сантехник, Марио, it's me, Марио, да, я помню. Марио. Ага. Я пришел тебя, короче, спасти, ты должен победить этого Гитлера. Возьми, короче, себя в руки и победи его. Понял? Зачем мне его побеждать? Я не смог его предать, ты что, я же не смог его оправдать, его надежды. Да пофиг на его надежды. Все равно, а что мне плохого сделал Гитлер? Он был моим главнокомандующим. Он был, да сплыл. Эх, какие времена были, в смысле всплыл. Дедос, не плачьте, блин, вы что плачете? Да всплыл-то он из-за меня. Это, блин, извините, что я смеюсь, просто это. Короче, дедос, возьмите себя в руки и покажите этому Гитлеру, что вы крутые, короче. Блин, я бы мог это отмудохать этого Гитлера, но если бы узнал, что он топтал мою ежевику на пятой планете. Блин, дедос, он топтал все твои ежевики, все в саду, не знаю, там малину, короче, бананы. Реально? Да. Он охренел? Да, дедос. Ему муж яйца отрезать? Согласен, дедос, иди покажи, кто тут мужик, дедос. Ля, посмотри на эту крысу, Адольф, да ты... Дедос. Если бы ты сразу сказал, я бы не служил в твоем третьем рейхе. Was Wurber Trinken, see Pentagila, Was Wurber Trinken, so I dust bam. Ай, дедос, ай. Подождите, что-то походу нас как будто вверх сосет. А, дедос, блин, что-то вверху, дедос. Ой, блин. Что такое, что случилось? Подожди, я что, во сне? Дедос, не-не-не, ты же не во сне, это кто What такой? What the fuck is so going on, motherfucker? Это так, что подожди. За обобус? О, я, кажется, понял. Внучок, я тебя вспомнил. Я вспомнил тебя. Ай, блин, мне... Это кошмар. Это кошмар, он мне постоянно снится и не дает покоя. Так, дедос... После того, как... Слушай, это, идем сюда быстрее, погнали вот сюда, перепрыгивай. Давай, я бегу, я бегу. Ой, блин. Да. Короче, внучок, после того, как меня вырубили, я оказался то ли в каком-то вечном кошмаре, то ли чё. Фух, за мной постоянно бегал Гитлер. А еще вот эта вот штука не выпускала меня просто из комы. Ай, ой, дико! Ой, блин! Тут обитают какие-то странные существа, так, которые... Так, Шарацинган! Ой, блин, ты его уже убил. Иди, беги отсюда, ай, внучок! Я его задержу! Давай! Так что там у них происходит, блин? Так, ладно. Вот давай! Внучок, ты где? Дедос, я тут! Где ты, давай? Внучок, ой, смотри! Я тебе даю штуку, с помощью которой я вылечил астму. Это мой ингалятор. Блин, держи. Хорошо. Помоги так, мне. Ну-ка, на тебе, обобус. Стреляй, обобус. Стреляй. Подожди. Давай. Сейчас, ну, я его сзади обойду. Давай, как в 42-м, как русских мочили, вспомни. Внучок. На, обобус. На тебе еще. Блин, на. Капец. Давай, внучок, я буду танковать. Погнал. Ой, молодец, блин. Красавец.
У меня что-то в глазах темнеет аж. Блин. На. Молодец, давай, да давай тебе. Нормально говорю. Ра-та-та-та-та-та-та. И швайнеш гостебистен. Ой, ты рашкиндурустен барвай. Так вали этого бубуса. Так. Лихтенсбихтен. Сейчас ему как ничего. Мой сердце сламен. Ибер Илен, Ибер Ален. У-та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 . На тебе в лицо. Нормально получается. Лови этого бубуса. Так все, подожди, сейчас я его схвачу. Стоять, блин, ай. Нормально, давай, 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 все. На тебе мечом. И подожди. И спиннером, спиннером его, отойди. Давай. Оп, пу, проваливай кошмар отсюда нахрен. Оп, раз, два, три. Оп, оп, давай, нормально, сейчас, оп. Was Wurber trinken, sieben Tage la, was Wurber trinken, so weit das. Was Wurber trinken, sieben Tage la, was Wurber trinken, вообще пофиг, мы какого-то бубуса победили. Ой, стой, подожди, внучок. По-моему, я просыпаюсь. Ой, блин, ай, блин. Три. Ой. Красное солнышко горит. А, какое это лампочка. Какое солнышко? Тут абубус. Ой, это что за клебобус стоит передо мной? Рак, какой абубус? Доброе утро. Реально доброе утро. Ой, Махрон, у меня есть что для тебя рассказать. Светос, перестань ты хоть в подушку смотреть. Ты чего? Подожди, там? Подожди. Это ты был в моем сне, да? Это был ты? Дедос, да, именно я это был. Фу, значит, мне не приснилось. Значит, моя теория верна. Какая теория, блин, дедос? Вы что, сейчас, там... давай, подожди, это... Доктор, доктор, проверьте. Проверьте, все ли у меня хорошо? Что же, вы там что два месяца делали? Какие два месяца? Доктор, ты что, шухнулся? Прошло... Ну-ка, сейчас телефон достану. Два часа прошло, дедос... Ой, подожди, у меня же телефона нету. А... Что ты... Подожди, а почему с нами доктор Утка? Я только сейчас это заметил. Так. Ну, это нормально, мне кажется, учитывая то, что ты енот, блин, а? Черножопый причем. Да блин, у меня заражение, я тут не виноват. Так, ну и вот, ты что ты к утке пристал? Я не утка, я сова. Кого хорошо, ты? Доктор, можно мы выпишемся, пожалуйста? Так, да, все, давайте. Блин. Дедос, давай, я тебя, короче, там жду. Оп, давай, нормально, все, до свидания. Фу, Махрон, спасибо тебе большое, дайте руку, что ли, пожму, давай, а? Давай, ой, блин. Короче, как ты понял, я приебивал ванабинамить, ананаса во сне. Вот, короче, я пребывал в сне, который мне сгенерировала непонятная штука. Короче, Махрон, ты же не знаешь, что происходило в последнем поединке, да? В смысле, там, где тебя Саски, что ли, вырубил? Да. Что там происходило? Вот, смотри, на арене я вел себя очень отлично, но после того, как я начал сражаться с Саске, я почувствовал распространение какой-то странной материи по своему телу. Подожди, ну у меня такая же штука была, когда тебя били, дедос. Нет, только твоя штука тебе помогает и как-то, ну, знаешь, придает сил, а та отнимает и поселяет какой-то паразит в твоей голове, который как раз-таки вел меня в кому, и из-за этого я пребывал в сне, находясь в вечном кошмаре. Ты видел этот паразит, а, да? Вечный Цукуйоми, типа? Да-да-да-да-да-да-да-да-да, Цукерберг, да. Да-да-да, Цукербернатор. Да, именно он. Вот, Махрон, я не знаю, как это появилось у Саски, но, походу, среди нас появилась диверсия. Блин, дедос, тогда это все объясняет. Ривик, ой, доктор Хряк, принеси, пожалуйста, водички доктору, дедуле. Угу. И, пожалуйста, еще парочку жирных евреев, которых я хочу наказать. Нифига себе, откуда у вас столько воды? Вы что, там, в трусах охраните? Ну-ка, дайте... Так, сейчас... А. Быстрый душ, отлично. А, подождите, вы видите у него на спине сколько воды? У него целый баллон там. Капец. Так, ну, он... ладно, все, он все-таки утка, он должен как бы это питаться. Капец, короче, ладно. Махрон, так да. Как я сейчас хорошенько так выспался, прошло целых два месяца, я могу спокойно с тобой общаться, не откинув нахрен свою амнезию, да, ты понял? Подожди, в смысле, мы там два месяца все-таки были? Да, ты не понял? Вот. Капец, блин, тут как все изменилось. Короче, Махрон, я не понимаю,
как это могло проникнуть в ряды, так сказать, вас, гладиаторов, но среди вас затевается нечто очень темное. Понимаешь? В смысле, типа какой-то злодей, что ли? Типа этого? Что-то наподобие какого-то существа, паразита буквально, который пытается, развалить ваш общий строй, понимаешь? Хорошо. Ребята, а если вы хотите посмотреть, как я выясняю какого-то паразита у нас на арене, то смотрите следующую серию. Да, Дидос? А? Дидос? Ну ты похуй там, помаши. Ты что, сериал снимаешь? Я тебе серьезные вещи рассказываю, а ты сериал тут снимаешь. Дедус... Господи, дебил, а? Давай быстрее со своим сериалом заканчивай, быстрее, и пойдем вещи серьезные разбирать. Хорошо, и, ребят, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы Дедус понял, что это серьезные вещи. Ну, короче, если вы хотите посмотреть то, что, как я узнаю об этом, то смотрите следующую серию. Ну, а вам при... Ну, короче, да. Всем пока!